В правительстве Приморского края состоялась ежегодная торжественная церемония награждения лучших спортсменов и тренеров по итогам спортивного сезона 2022 года. С приветственным словом обратился глава региона Олег Кожемяка. Он отметил большую работу по развитию спорта в регионе. В этом году он также у нас прошел масштабно. Вот, мы провели впервые «Дети Азии» летние игры, в котором участвовали наши приморские спортсмены. Первые медали завоевали ребята с Чугуевки. Это говорит о высоком уровне подготовки ребят не только в городе Владивостоке, не только там в других городах Приморского края, но и в глубинке. За что огромное спасибо здесь всем присутствующим и тренерам, вот, то есть и самим ребятам, кто представлял честь Приморского края и Российской Федерации на таких значимых соревнованиях. Награждение проходило в 13 номинациях, в таких как «Спортсмен и тренер года», «Команда года», «Спортивное мероприятие года», где лучшими признаны международные спортивные игры «Дети Азии», первенство России по греко-римской борьбе, марафоны «Мосты Владивостока», ледовый полумарафон, леопардовый забег, ледовое велоралли, тур острова Папенберг. Также в этот день чествовали ветеранов спорта, юбиляров, инвесторов, спортивных журналистов. Также приглашаем на эту сцену. Практическая стрельба – вид стрелкового спорта, где главное качество – это меткость, выдержка и холодный расчет. На сцену поднимается чемпион и призер чемпионата России. Также участников церемонии поздравили министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, председатель законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.